Хорошо, у меня хорошие апартаменты. Вот мне, я приехала с ребенком, с няней. Ко мне будет приезжать периодически старшая дочь. Ну, в целом, конечно, прекрасное место. Море, солнце. Каждый еще пока не удавалось, там, может быть, один или два раза мне удалось вырваться на часик буквально в бассейн, чтобы как-то, я писала в Инстаграме, чтобы хоть чуть-чуть кормила нам быть загоревшим. Но в целом я сейчас суета пройдет, и у нас начнутся будни. Сейчас мы будем быстрее приходить на свою работу, а днем загорать, гулять. Замечательный город, такой обустроенный, с такой инфраструктурой. Спасибо Олимпиаде, что создали это все. Очень красиво. Камень, у вас такие глаза.